стоимость проезда на городском транспорте может повыситься минимум на 2 рубля. При этом исполком города отказался от новой маршрутной схемы. На нее требовалось дополнительные 4,5 миллиарда рублей бюджетных субсидий, либо повышение тарифа до 49 рублей. Нурбек Батулла стал обладателем премии «Золотая маска» в номинации «Балет. Современный танец». Напомним, режиссер хореографического спектакля «Элиф», главный режиссер казанского «Тюза» Туфан Имамуддинов. После трагедии в Кемерово к административной ответственности привлечены почти 2000 чиновников. Напомним, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» проверки идут во всех субъектах России.